Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня мы играем в шмелочку на серебряный ролеплей, 4-й сир, у них здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить по них по регистрации, и специально подписчиков есть промокод. Пишите МН, потом убирайте 10-й пункт промокод, и пишите вот такой промокод KGAME. Как только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Ну что ж, пацаны, у нас сегодня новая серичка, я по-прежнему сильно болею, пацаны, извиняйте за мой голос. И извиняйте, если серии не будут такие длинные, как вы хотели бы. Потому что реально я болею, и серии мне довольно-таки проблематично снимать. Большое спасибо за ваши подсказки. Вы мне написали, как начать снег. Это Ctrl плюс на нумпаде плюс нажимаете. Короче, Ctrl плюс. И у нас меняется, получается, погода. Как вы можете заметить, можно сильнее все сделать и сильнее ее. Как бы это довольно-таки прикольно. И также вы написали, что по РП, там, где я вчера, ну, не вчера, а точнее, позапрошлой серии ездил. Не, в прошлой, получается, серии ездил. Это, получается, по РП скрытая военная база. Где я ездил, там еще шахта была. Ну, точнее, туннельчик такой. И так далее. Ну, короче, вы поняли. Единственное, что мне запомнилось из новой карты, ну, по видосикам, по скриншотам, это Рублевка и, получается, горы. Горы мы видели, давайте сегодня попробуем найти Рублевку. Честно ли, я не знаю, где она находится, и я еще в той части карты не был, которая у нас прямо находится, поэтому давайте съездим и посмотрим, что у нас там находится. Да и вообще посмотрим, что нового на карте, потому что я вообще, пацаны, за компом не сижу, не играю, потому что я болею, и я только записываю для вас видосик. Как же реалистично просто выглядит эта игра, пацаны, ну, точнее, зима. Модом на снег очень классно выглядит. Опа, ча, пацаны, я заехал за этот дом и вижу отсюда Рублевку. Это очень круто. Смотри, как просто горы еще на заднем фоне смотрятся. Бля, это просто божественно, пацаны. Я по-другому не могу сказать. Блять, это просто охуенно. Серьезно, пацаны. Реально за это отберу респект. Как бы да, я играю и на других проектах, но каждый проект достоин. Ну, каждый проект хорош по-своему. И, блять, я просто в ахуе от этих гор, от этого снега. А, тут еще же озеро замерзшее. Ё-моё, я вообще об этом забыл. А ну давайте спустимся вниз, попробуем просто пройтись. Блин, это круто. Просто, пацаны. Это реально очень круто. Я, понимаете, я вот, мне тогда еще хреново было, сейчас еще более-менее, пацаны. Начинаю выздоравливать. И я об этом вообще, я даже не знал, что это есть. Так, я теперь типа отсюда не вылезу, да? Это, смотрите, это типа лед, я так понял. Давайте посмотрим. Просто это реально очень круто. Да, пацаны, это лед. Давайте, может быть, в следующей серии попробуем, знаете, на машине здесь проехаться по льду. Мне кажется, это будет довольно-таки интересно. Поэтому, пацаны, ставьте на лайки. Я просто в шоке. Блять, понимаете, горы. Блять, снег, лед, криминалки просто в КРМП. Это ж пиздец просто, это разрыв мозга, это реально. Это просто пиздец. Я теперь понимаю, почему все ждали эту карту. Я как бы не сильно в это вникал, я знал, что да, будет новая карта, но что в ней будет, я толком даже не знал. Да, я снимаю на Радмире, но я толком не интересовался этой информацией. Возможно, это хорошо, потому что у меня, знаете, такие первые эмоции мои. Блять, ёбаный в рот, что это было просто? Во, вот такой будет мощный просто. Так, а где фура делась? Он просто уехал, понимаете? Охуенчик просто. Так, он что-то сломан. А, его кто-то расстрелял. Ладно, поехали, заводим двигатель. Бля, какая просто метель, как это все классно выглядит. Новые дороги просто, такого же нету в обычной криминалке. Это очень круто. Это реально просто очень круто. Это реально, блять, пацаны, если вы даже не играете на Радмире, да, мне здесь платят, как бы я сотрудничаю, но, блять, это стоит того, чтобы зайти и хотя бы поиграть немножко. Это реально что это новое. Это, блин, реально просто пиздец. Как бы я это говорю не из-за того, что мне заплатили, а из-за того, что это реально круто. Но я думаю, вы сами, в принципе, это видите. Так, давайте спустимся и посмотрим Рублевочку, в принципе, что у нас тут есть. Бать, лед тоже. Блин, это реально очень круто. Так, давайте я в карту, наверное, включу. Ебать, тут что, все выкупили уже? Серьезно? Все дома на Рублевке выкупили. Заправочка еще есть. Смотрите, сколько домов просто, и все выкуплены практически. Ну, такое, конечно. Реально все выкуплены? Вроде бы госк у них 25 миллионов, если я не ошибаюсь. Реально просто все выкуплено. Смотрите, там яхта стоит. Ёбаный в рот. Еще порт такой классный. Реально это очень круто, пацаны. Еще яхта стоит такая. Так, погнали еще что-то посмотрим здесь. Понятное дело, пацаны, что видос будет, наверное, не длинный, но, блин, я просто в шоке от того, что я вижу, понимаете? Лед, горы, бля, это просто пиздец, понимаете? Это просто реально пиздец. Ну, я так понял, да, здесь домов свободных вообще нету. Вот это реально, пацаны, Рублевка. Вот это я понимаю. Просто различие между обычными домами и этими очень большое. Просто колоссальное. И за этот дом, я думаю, не жалко дать 25 миллионов. Тут еще бассейн есть и дела.
Ну что ж, пацаны, я думаю, это будем заканчивать. Кстати, я чуть помечтаю, побегаю здесь, представлю, что это мой дом, мои тачки. Ну, короче, вы поняли, пацаны. Вот такая вот рублевочка, мне, честно говоря, очень понравилась. Такая прикольная. Не знаю, давайте попробуем, может, в дом даже зайти, посмотреть. Интерьер, гараж здесь тоже куплен, я так полагаю. Ну, прикольно так. Но дом, скорее всего, закрыт, да? Да, дом закрыт, госконь 25 миллионов, как я и говорил. У всех здесь домов госка 25 миллионов. Ну что ж, пацаны, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.